Привет. Ну что, первый шаг окончился? Наверное, да, раз это видео выходит. Тогда нам стоит переходить уже к второму шагу. Вступительных речей не будет. Я надеюсь, что у вас все получилось. Похвалю вас наперед. Получилось или нет, дело такое. Не забывайте оставлять комментарии под первым шагом под видео. Сколько у вас получилось сделать, не забывайте о хэштегах. Будьте внимательны с этим моментом, чтобы потом у нас не было с вами недопониманий при розыгрыше. Итак, девчонки, второй шаг уже наступает. И нам понадобится с вами линейка и сантиметр. Линейку можно отложить, можно просто загуглить, а вот сантиметр нам точно пригодится. Итак, слушаем задание нашей игры. Второй шаг. Второй шаг. Нужно взять в сантиметрах длину вашей ноги, то есть стопы. Также надо эту цифру в сантиметрах умножить на вторую цифру. Вторая цифра – это охват нашей талии. Ну и тот, кто любит вышивать большие нормы за 3 дня, если вдруг вы этим летом не худели, а были, так сказать, в свободной форме, вы меня поблагодарите за это задание. Ну а кто любит маленькие нормы, ваша талия должна вам помочь, если она худенькая. Итак, значит, нам надо сантиметры, которые у нас по длине стопы, умножить на сантиметры охвата нашей талии. Возможно, цифры будут большие. Я, конечно же, просчитывала. И поэтому для вас есть такой бонус во втором шаге. Вы можете сделать минус 300 крестиков от общей суммы, если одну цифру умножить, если длину стопы умножить на обхват талии. Если вы это сделаете, этот бонус будете применять, пишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео с хэштегами обязательно. Я участвую с такой-то работой. Мой результат, можно общую сумму, не обязательно прописывать всю формулу. Наши женские секретики пусть остаются женскими секретиками. Мужчины у нас тоже играют, поэтому мужские тайны тоже пусть будут при них. Поэтому можно написать общую сумму, да, но обязательно указывайте, если вы уменьшаете бонусом, себе минус 300 крестиков делайте, то ничего страшного, делайте, просто напишите об этом. Ну, интересно будет, кто себя жалеет. А может быть и не жалеет, ну, в общем, может кто-то хочет прибавить, пишите на ваше усмотрение. Есть, короче, бонус, который вы можете как уменьшить, так и увеличить полученный результат. Я надеюсь, что первый шаг у вас прошел бодро, ровно, и вы все успели. Если вдруг вы не успели, не переживайте. Вы можете продолжать участвовать в свое удовольствие. Можете прекратить выполнение первого шага, а можете его окончить и при окончании первого шага сразу делать второй. Как вы будете вести статистику своих шагов, это, конечно, как кому удобно. Я планирую это делать только на саге. Там есть функция марафон. Если вдруг вы не знали, я вам скажу, я буду пользоваться конкретно этой функцией. Это очень удобно. Это показал мне первый сезон, что не нужно высчитывать, сколько там, где, как и когда нужно остановиться, потому что реально в некоторых случаях, когда были очень большие нормы, ты просто делал норму и останавливался. Больше не вышивал эту работу или делал паузу спокойно, с спокойной душой. О боже мой, у меня есть там целый вечер свободный, что хочу, то и делаю. Шучу. Ну, в общем, девчонки, вы поняли, да, что вам просто надо продолжать играть. Играть, конечно же, в удовольствие. С нами сегодня, кстати, Марсик на заднем плане. Он, к сожалению, спит. Ну, или к счастью, в общем, время такое, что ему уже пора спать. Я надеюсь, что у вас все получается,
что вдохновение вас не покидает, а если покидает, маякните, что-нибудь придумаем. И я хочу всех поблагодарить, кто участвует в нашем игре «300 крестиков и больше». Спасибо за ваши бодрящие комментарии и за то, что вы доверяете и составляете компанию в этой игре. Хочу напомнить, что в конце игры я зайду на каждое видео, сделаю рандомный выбор одного комментария. В нем должен присутствовать хэштег, участие, описание игры, как вы в нее играли. Поэтому, пожалуйста, если вам удобно, пишите комментарии, то, как вы взяли задание, как вы планируете его выполнять. И можете следующий комментарий писать, как выполнили задание, какие были прогнозы и к чему же все пришло. Далее, хочу также поблагодарить всех, кто пишет красивые комментарии. Помните, что есть такая у нас премия «Самый популярный комментарий». То есть из всей игры я просмотрю и выпишу на каждом шаге. То есть с каждого шага, но самый большой комментарий из всех 10 видео этот человек получит от меня приз. Так что, девчонки, я вам рекомендую вышивать, быть внимательными в комментариях и поддерживать друг друга. Поддержка в нашей игре – это, конечно же, важно. И я шлю вам свои положительные флюиды для того, чтобы вы как можно лучше и больше вышивали и не пропускали шаги. До встречи в следующем включении, в следующем третьем шаге. Всем пока!